Мы прощаем должникам нашим. Я не знаю, как кому даются уроки прощения. Я честно скажу вам, что мне они даются порой нелегко. И об этом я хотела рассказать стихотворение. Прощаю, отрываюсь и лечу. Я не хочу быть скована обидой. Я не желаю быть к земле прибитой. Хочу лететь, свободной быть хочу. Мне крылья подарили в небесах в обмен на старый панцирь черепаший, в обмен на бесполезный день вчерашний. Мне подарили жизнь в иных мирах. Я дорого плачу за свой полет. Живая вера требует вложений, отказа от обид и самомнений, иначе кто-то твой полет прервет. А прерванный полет почти как смерть. С небесной высоты так больно падать в объятия пресмыкающихся гадов. Так птица недостойна умереть. Она летит в небесную страну. И если выйдет срок часов песочных, она не упадет, а лишь проскочит преображение дивную черту. Гораздо легче ползать, чем летать, стабильней, безопасней и сытнее. Но, к счастью, птицы ползать не умеют. Они должны в полете умирать. Аминь.